Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке математики на тему «Уравнение сложной структуры». Меня зовут Марина Григорьевна. Сегодня на уроке вы будете совершенствовать вычислительные умения и навыки. Закрепите умение решать уравнения сложной структуры, содержащие действия умножения и деления. Вспомните, как применяются данные уравнения при решении задач. Для эффективной работы на уроке вспомним, что такое уравнение. Это равенство, содержащее неизвестное число. Вы решали простые уравнения. Что значит решить уравнение? Правильно, это значит найти значение неизвестного компонента, при котором уравнение обращается в верное равенство. Теперь необходимо повторить, какие равенства называются простыми уравнениями и что мы используем для их решения. Поставьте видео на паузу, составьте три уравнения и устно решите их. Теперь проверьте себя. Что помогло вам при решении уравнений? Верно. Знание правил взаимосвязи компонентов при сложении, вычитании, умножении и делении. Давайте вспомним, как найти неизвестное слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое, множитель, делимое, делитель. Отлично, ребята! На прошлых уроках вы познакомились с уравнениями сложной структуры и научились их решать. Составьте уравнение изученного вида на математическом языке. У вас должно получиться такое уравнение. Вспомните, как его решить. Верно. Нужно упростить в левой или правой части, чтобы привести его к простому виду. Затем решить как простое уравнение. Проверьте себя. Умницы! Выполните следующее задание. Посмотрите на таблицу, составьте два уравнения сложной структуры и оформите решение в тетради. Проверьте правильность выполнения задания. Браво, так держать! Вы знаете, что с помощью уравнений можно решать задачи. Давайте рассмотрим рисунок. Что вы видите? Вы видите на первой чаше весов тыкву и гирю весом 2 кг. На другой чаше весов 3 гири по 5 кг. Чаши весов находятся в равновесии. О чем это говорит? Верно, масса тыквы плюс 2 кг равна 15 кг. Что нужно узнать? Чему равна масса тыквы? Что мы обозначим как x задачи? Массу тыквы. Составьте уравнение по рисунку и решите его. Сравните ваше уравнение с уравнением на экране. Поставьте видео на паузу. Вспомните алгоритм решения и найдите массу тыквы, решив уравнение. И в заключение нашего урока запишите домашнее задание. Вам нужно составить, записать и решить уравнение сложной структуры. В помощь в решении уравнений вам предлагается данный алгоритм. Наш урок закончен. Спасибо за работу. До свидания.